История проекта рассказывает о начинающих комедийных артистах, которые собираются сбежать из Таркова. If you're watching this, you must be clean and clean and red. I am watching this because I've got no friends. Тихо, кто-то, блядь. Сюда бежать. Там ЧВК, там ЧВК. Сейчас проиграл с анимацией. Там кто-то бежит. Все живы? Да. ЧВК? Да, там ЧВК. Я убил ЧВК. Че, блядь, происходит? Кто идет? Че он говорит, я не слышу. Он орет, идут. ЧВКшники другие. Где? У меня. Где у тебя? Ты где? Я рядом с Максом. Ты ебанул? Это тебя выстрелить, что ли? Это мы, блядь, дебил! Я слышу, они идут. Они наступают. Они наступают. Я не хочу с Максом сидеть. Я сдаю позиции. Меня раскрыли. Мое местоположение рассекли. Спотет. Макс минус. Эй, не понял. Весны. Чё ты, блин? Все это время мы ржём сидим. Нормально. Мне интересно, этот... Я надеюсь, он один живёт. Это когда мы материм, Андрей. Честно, да, бля. Ключ от офиса в таможне не продается? Че, его вообще нет в продаже или че? Понял. Окей. Ключ не продается? Бип. Ай, короче, он стоит 32 тысячи, я покупаю его. Чё? Алло? Понимаю. Такой сидит фига. Чё? Алло? Нет, что в кустике кого-нибудь или в здании, нет, нужно на открытую поляну. Макс, я тебе сейчас, перезаспомнюсь и увижу тебя. Крайный бич, я увижу его стоит. Ты охуевший дурачок, пошел ты нахуй, червячок. Сейчас вот так сделаю. Ты чё?
Он не живой. Ох, ёб, граната! Гранаты, они в шестером такие, ох, ёпты! Баклан! Чё, блядь, с тобой не так? Идиот! Ёбнутый? Чё такое? Давайте как-то организованно, блядь! Да хорош, бери её из рук, она может взорваться, если чё. Прям в руках тебе, как петарда. Да уйдите от меня оба, пожалуйста! А, вы вот так его хотите открыть? Ну ладно. Блять, ты меня сейчас перебил. Я подхожу к двери, дайте открыть. Блять. Окей, это инфаркт. Как я пугачил, конечно, открыть дверь. Суть ПНВ.